Всем привет! Мы начинаем новый челлендж. Его мы проводим вместе с Леной. И если вы еще видео Лены не видели, то проходите внизу под видео. После того, как мое видео посмотрите, посмотрите, что же раскрасила Лена. Ссылка будет внизу под видео. Челлендж у нас будет по раскраскам по номерам. Достаточно много, знаете, накопилось раскрасок по номерам. И их тоже нужно, конечно же, раскрашивать. Я не являюсь основной фанаткой раскрасок по номерам, но все-таки люблю иногда пораскрашивать. Так я, конечно, больше люблю чуть посерьезнее, конечно, раскраски раскрашивать. Но в то же время взяла три вот такие детские раскраски, но картинки такие классные получаются. Я с удовольствием их тоже раскрашиваю и хочу их быстрее закончить. И уже, чтобы остались более серьезные по номерам раскраски. Здесь хочу раскрасить вот такого павлина. Так. Волшебница, принцесса и феи. Здесь, я так понимаю, это у нас дюймовочка и эльф. Да, я так думаю, такую. Ну, а в подводном мире я ее хочу закончить вперед. Самую первую по номерам. И здесь у меня уже одна работа есть в этом месяце. И хочу раскрасить вот эту. Не очень понятно, что, ну вот видно, что вроде как рыбки. Ну а так, раскраска мне это очень нравится. Остается у меня совсем чуть-чуть. И, скорее всего, эта раскраска будет самая первая, которую я закончу. Так, новая моя раскраска дикая. А здесь я уже одну иллюстрацию в этом месяце раскрасила. Но на челлендж взяла вот такую вот малую панду. Еще не решила, в каких оттенках я ее буду раскрашивать. В натуральных или в более ярких. Но в то же время очень хочется раскрасить малую панду. Мне они очень нравятся сами по себе, как животные. И вот выбрала я эту иллюстрацию. Очень давно не задействовала я вот такую раскраску, цифровую раскраску по номерам Эксмо детства. Она, конечно, очень-очень детская, но в то же время... Ну, раз купила, буду потихоньку раскрашивать. Такие вот здесь иллюстрации получаются. Вообще, я ее шла по очереди. А тут, видать, какой-то, может, челлендж был или что. Но факт то, что вот это у меня получилось, что я ее пропустила. И ее вот раскрашу. Что-то тут разные и животные, мордежки какие-то. А тут, типа, наверное, где шарики в форме животных. Ну, то есть такая вот иллюстрация. Так, посерьезнее взяла вот такую кантри от Creative Heaven. И здесь хочу раскрасить вот такую иллюстрацию с осенним пейзажем. Здесь у нас такое чучело, такие вот листья осенние, тут тыквы. Так что посмотрим, как получится. И еще посерьезнее тоже выбрала вот такую раскраску «Дикая жизнь». Здесь я выбрала вот такую вот иллюстрацию с такой вот киской. Должно получиться очень красиво, но я так надеюсь. Так что вот, если вдруг, мало ли, вдруг так быстро буду раскрашивать, что раскрашу это все и еще что-то захочу раскрасить, то я, конечно же, включусь и покажу, что я взяла еще пораскрашивать. Ну а так, челлендж мой начинается. Сейчас у меня время 23:35. Сегодня у нас воскресенье, 18 октября. Раскрашиваем ровно сутки. То есть завтра, 19 октября, ну, примерно около 12 ночи я должна буду закончить этот челлендж. Ну, ровно сутки на раскрашивание. Так что челлендж начинается. Ну, еще раз всем привет. Вот и закончился челлендж. Прошли сутки. Так быстро пролетело время. Сейчас время 23:32. Понедельник, 19 октября. Результатом я своим, можно сказать, недовольна. Раскрасила мало и раскрасила простейшие работы. Ну, что раскрасила, то раскрасила, то и покажу. Получилось у меня 4 полных работы, которые я закончила, и 5-я в серьезной, которую более-менее начала. Ну, если можно так назвать раскраски по номерам серьезные, то есть вот одну начала серьезную и не успела. Здесь вот в этой раскраске, цифровые раскраски, вот такая иллюстрация, как я и планировала.
быстренько, прям буквально, пока с Олей по телефону разговаривали, я ее и раскрасила. Самая первая была. Потом у нас идет принцессы, волшебницы, феи. Здесь вот такая иллюстрация с дюймовочкой. Яркая получилась. Фломастер у меня здесь сильно полосили, но в то же время я как-то в таких вот простеньких раскрасках не дорабатываю карандашами, просто вот фломастерами. Яркая такая работа. Следующая в подводном мире. Яркая очень работа. Здесь вообще в этой раскраске все работы яркие. И вот такие вот у меня получились, наверное, это золотые рыбки. Так. Так, в общем-то, мне нравится, как получились. Так, и следующая работа в раскраске «Дикая». Это новая у меня раскраска. Так, здесь у меня вообще всего две работы, и обе работы получились, ну, в этом месяце. Но в рамках челленджа я раскрасила вот такую малую панду. Нравится мне, как она получилась. Такая миленькая, симпатичная. Раскрасилась довольно-таки просто и легко, но в то же время мне нравится, как получилось. И я этой работой очень довольна. Мне нравится, как на эту бумагу ложатся фломастер, пусть и они немножко полосят, но в то же время, прям, знаете, бумага такая гладенькая и ровненько так, ну, хорошо ложатся фломастеры. Ничего не протекает, бумага просто замечательная. Так, ну и та работа, которую я начала и не закончила в кантри. Здесь у меня вот такой вот осенний пейзаж. Но я его обязательно закончу и полностью уже можно будет посмотреть в конце месяца в работах за октябрь. Здесь у меня вот такое вот чучело. Осенние красно-бордовые такие вот листочки. И вот сколько смогла, столько раскрасила. Можно было, если бы я постаралась, можно было успеть, но я не постаралась, можно так сказать, еще и... Короче говоря, была занята другими делами. Ну, то есть, немножко сама поленилась. И вообще для меня это, ну, как сказать, довольно-таки непростое занятие. Раскрашивать целые сутки только раскраски по номерам. Я на другие раскраски не отвлекалась. Только вот что раскрасила, то раскрасила. Просто было несколько часов, когда я совсем ничего не раскрашивала. Просто как бы отдыхала. Так что вот такой вот у нас получился челлендж. Не забывайте после того, как посмотрите мое видео, пройти посмотреть Ленина видео, что она раскрасила. Мне тоже очень интересно. А внизу под видео будет обязательно ссылка. Ну и всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.